Бұл біздің қалқымызды іштеде болмаған шейлер, о терроризм деген шей біздің қалқымызға іштеде оғыр кемеген шейлер, бір вақытлер біздің қалқымыз террорист олмаған ве олмайды. Иншаллах, чөнке біз мүсілман қалқымыз, тамырмыз исламдыр. Оле шейлер мұнда еқтір, исламда. Оның үшін жематшылыққа да мен мұрадетті болардым, бұл ә, бір тан, бір жан болып, бұға қаршы чықып, озымыз va bu бұл bu insonlarni tez kunlar ichida bu habdan chiqarib o'z өз o'z qorontasina qovushmasina qo'l tutmoq kerakligi to'g'risida murojaatda наш народ никогда не был террористом я например сын мой отец участник великой отечественной войны моя мать участница депортации 44 года Отец был на фронте с первых дней, потому что он 39-го года был призван и служил в советской армии аж в Молдавии. И он оттуда, в 1943 году, участвуя в этих войнах, он был ранен. У него раздробило ногу, и ему в госпитале его лечили почти целый год. И когда он решил вернуться, уже демобилизованный, списанный с армии, решил вернуться в Крым, Ему сказали, нет, в Крым, там уже татар нет. И он поехал искать в Узбекистан своих родственников. Вот представьте, человек служил, имел награды. Приехал в Узбекистан, его ввели э, вели комендантский час и отобрали все награды. И как он должен был вот дальше жить вот с этими такими вещами, да, что вот человек три года служил, был ранен, а его а его вот так вот, с ним обрати, обратились, с ним вот так. И мы теперь, дети, его дети, приехав в Крым, родину своих предков, да, земли своих предков, начали строить сами дома и жить спокойной жизнью со всеми другими национальностями, живя здесь мирно, сосуществовали мирно, никого ничего не обижали, никому ничего не угрожали. И вдруг, когда пришла Россия, мы стали террористами. Наш народ начали обвинять в в экстремизме и в других всяких бедах. После того, как э, Крым стал э, юрисдикцией России, мы видим опять же эти же репрессии, только в другой форме. Ярлыки уже не предатель, а э, террористы, экстремисты, там, вымогатели, что угодно лепят. Э, нам не нужны ваши... Э, потом последствий да, вашей реабилитации. Например, меня реабилитировали, там, предлагают добавить пенсии там, 500 рублей каких несчастных. Нам не нужны эти потом раскаяния. Вы лучше оставьте наш покой, нас народ в покое, потому что мы привернулись на свою родину, чтобы жить, созидать и растить детей, как говорится, да, мы законоспасные. Где, где было видно да, вообще это, чтобы больше ста человек многодетные террористы? Где это видно? Где террор? И террор это вот когда взрывает, убивает людей невинных, а потом предъявляет свои требования. Где это наблюдается? В чем это наблюдается? Мы э, жили и про Украине, и... и другие национальности по соседству видели нас и знают, что ничего такого нету, и это, эти обвинения абсолютно необоснованные. Я Рабил Алимин. Дуньяда Олган Дин Кардашлар Мусульман Нарга Аллах Ярдам олсан. Я Рабил Алимин Шуабсхе Ханеда Отрган Дин Кардашлар Музлан Сиаси эвлерне, Музлан Тестес Эвлерне Хоранталара Каушвала Насевелесен. Ya Rabbi Lalimin şu Allah sabır verip şu sınavların güzel şekilde bu dünyada geçirmek Allah nasip etsin. İhdina sıratel müstakim, sıratel lezine aleyhim, gayril mağdubi aleyhim ve la Amin.